Неограниченное количество снега, быстрое возведение стен под руководством наставника. На свежем воздухе, наслаждаясь снежным ландшафтом Воскресенска, жители провели воскресенье. В основном семьи пришли, маленькие детишки, папы, мамы. И все с удовольствием занимались постройкой вот этой крепости. Попробовали сделать снежную крепость. Заранее мы сгребли снег. Этот снег слежался, смерзся, упрессовался. Получились такие хорошие кирпичики, которые можно вырезать пилой, вынимать потом оттуда и вот из общей массы с помощью лопаты и вот строить стену. Ну, в принципе, древнеегипетские пирамиды строили точно так же. Толщина стены снежной крепости почти 5 метров. Сооружение станет декорацией на праздник Масленицы. 18 февраля в воскресенье в 12 часов на территории усадьбы Кривякина будет организовано несколько площадок. Гостей ждет театрализованные представления, конкурсы, фотозона, выступления, рубка шашкой козырла и чаепитие с блинами.